Здоровенькі були, люди добрі, ви на каналі Ірина Бауер, Дальнібой, со мною, ми з вами в штаті Алабама. Утро нового дня, понедельник, всіх з праздником жизни. Я вчора була вихідна, перезагружала часи. Як обычно, нічого особливого. Якщо ви вперше зайшли на мой канал і вам подобається мой контент, добро пожаловать, оставайтесь со мной. Ставьте лайки, комментируйте, друзья, share. Я за это вас благодарю. Всем, кто со мной уже какое-то время, тоже благодарочка огромная. Мне очень приятно. Красивый здесь в Алабаме сейчас такой легенький рассвет. Я себе взяла завтрак, пошла, купила. Но очень ужасная жара здесь. Вот утро ранее еще только 6:31, а уже 84. 84 уже, это ненормально. Аномальная жара. Вчера было 116, по-моему, показывала. Но на солнце, наверное, даже и больше было. Хорошие выходные. И я не считаю свои выходные выходными, когда я на дороге, потому что, ну, это не то, что ты дома. Дома всегда можно как-то, ну, какое-то разнообразие, да. А здесь трак. Ну, хорошо, что собачка есть, хоть выходишь так иногда. Хотя и с собачкой тоже не очень хорошо. Жара, она долго не хочет на улице быть. Свои дела сделала и бежит уже, хочет машину назад. Ой, какое солнышко красивое проснулось. И красивый мост на Миссисипи Ривер. Речка Миссисипи. Америка проснулась уже, движуха. Город остается, как обычно, в той стороне. Разогнали здесь 55, а я что-то уже раз 60 разогналась. Ненормально. Ненормально. Только сворачиваясь, да, куда-то, уже вид меняется на небесах, да, уже как-то вот солнышко остался в стороне, а здесь уже просто тучки, совершенно другой вид, да. В Америке уже мега миллион, уже 1 000 000 55 и 145 миллионов другая. Что-то это биллион никто не выиграл еще. Произошло за биллион. В Америке реально выигрывает лотерея люди, конечно. Бывает даже не один человек. Бывает, что выигрывает несколько и делятся. Делится эта сумма на всех. Интересно, если бы выиграть биллион, что бы вы сделали с биллионом долларов? Интересно знать ваше мнение, что бы вы сделали, если у вас
вот выиграли бы вы $1 000 000. И другой вопрос. Делают ли деньги человека счастливым? У каждого человека есть свой ответ на этот вопрос. Тоже интересно знать. Начинала ездить, для меня все это было вообще, эти дороги, это все, я иногда переживала, в правильном направлении я еду или нет, это вообще, да, сейчас уже немножко, ну как, разбираешься, уже многие дороги знаешь какие-то страх-страхи, где будут, и мне когда брат мой рассказывал, там, типа, я знаю нычки, где останавливаются, думаю, как он может знать все нычки, но теперь я понимаю, что, естественно, когда ты ездишь и много раз по тем же дорогам, ты уже понимаешь, где что, где тебе лучше останавливаться, как далеко ты можешь ехать, не переживая, что там не будет парковки или что. Поэтому да, это правда. Дорога романтика, да? Не знаю, что там будет. Босс запланировал груз на сегодня уже мне забирать. Но мы сегодня доставку не сделаем, так как мы очень далеко. А будет это во вторник. И потом, не знаю, что там дальше он будет планировать. Надеюсь, что... Что-то будет планировать, это его работа. Не по моей вине, мы должны были доставку сделать сегодня в 8 утра, но не по моей вине, мы там задержали нас на загрузочке, нас задержали 7 часов почти. Не получилось, что надо было часы перезагрузить, потому что на всю неделю нужны были часы. Туда-сюда, и так получилось. Ну да и ладно, это работа. Я немножко стрессовала в пятницу, но потом думаю, ну что делать? Уже случилось, что случилось. Ничего не сделать. Красивая Камаро сейчас едет, такой lime color, лимонного цвета такого, да, Камарочки. Не, новенькие их делают неплохими, красивые. Так что, друзья, спасибо огромное, что вы уделили кусочек своего дня и просмотрели это видео. Понравилось — поставьте лайк, прокомментируйте, share. А я с вами не прощаюсь.
у нас все. Говорит, до свидания, до новых встреч в Ютубе. Всем добра и мира и замечательного настроения. Всем пока.